благодарим Тебя, Господи, и славословим дивное имя Твое, Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Помилуй нас, Господи, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас, еще многим откройся, дабы познали они святость Твою. Останови. Есть. Нет ничего? Или есть? Слушала очень внимательно. Ну, если вы желаете, мы можем сказать, какие у нас есть ресурсы. Вот, YouTube во свете Библии. У нас там 14 тысяч роликов. А если во свете Библии сайт, будет сайт. Там многое найдете. Вот, запиши. Да. А внизу моя фамилия, имя. Это для скайпа. Так, во свете Библии? Да. Это YouTube. YouTube. А если во свете Библии сайт, откроется сайт. Это совсем другое. Хорошо. Там я отвечаю в университетах на тысячи вопросов. Вам будет очень интересно. А если форум, значит форум. Да. А это для скайпа. Хорошо. Так, мы находим. Храни вас Господь. Если вопросов нету, то пусть вас Господь благословит и сохранит от всякого зла. Сюда люди недобрые приходят, тут делать нечего молодежи. Здесь половина раздетая, уже готовая. Они афишируют свое тело. А тело это червь, через день уже гниет все. Курят все время. Процентов 80 мусульмане. А почему? Ну понятно почему. Если 4 жены дома, а здесь 44 бесплатно. Это дух блуда собрал людей сюда. Здесь ничего нету святого. Мы встретили за 4 недели, может быть, 4 человека. Один у нас был больной, парализован, 17 лет. Еще 30 лет был, он головой ударился, там купались. И 7 позвонков у него полетело. И он лежал. Ему Бог дал такую милость, вот нашел эту рулетку. Ну, два ролика составил он, беседы, и умер. А я подумал, может быть, мне заняться этим, посмотреть сюда. Я попросил, Господи, вот Сергей умер, у него талант такой был. Дай мне, чтобы я туда пришел. Но мы пришли сначала просто, сидели и говорили. Потом я стал молиться. Потом стал читать псалтырь. Если кто-то долго задерживается, вот как вы, тогда побеседовать, может быть, ответить на вопросы. Вот если у вас будет желание по скайпу говорить, скайп, вот внизу зарядите Игнатий Лапкин. Это фамилия моя, имя, только одно, один раз встречается во всех, и ни ВКонтакте, нигде больше нету. Да благословит вас Господь, с Богом. Я отошел. Спасибо. Храни вас Господь. Мы говорим «Спаси Христос» вместо «Спасибо». Спаси Христос. Женщина должна молиться в платке. Обязательно, чтобы голова была покрыта. А мужчина без головного убора. Мужчина – это голова. И Господь так это устроил. Вот у нас есть такая книга. Я не знаю, у вас дома есть или нет. Вот, видите? Библия есть. Есть, да. Там все сказано. Я вел занятия по Библии в разных университетах, милиции, воинских частях. И люди задавали вопросы. Три радиопрога. А вы с какого города? Барнаул, Алтайский край. Знаете где? Поняла, да. Это житница Сибири ее называли раньше. Угу. У меня 3 голубятни есть. Я с голубями вожусь. А вы сколько мне лет дадите? Вам, ну, лет 55. Правильно, 80. 80. Так я сколько в тюрьмах сидел за Слово Божие, за Христа сажали меня. Сколько меня мучили, пытали, морозили. Вот вы если зайдете, там увидите. Я был начальник детского лагеря, сам образовал православный лагерь. 45 лет. Тысячи детей подняли, государство ни одной копейки не дали, а только преследовали нас. Это там фильмы о нас, занявшие первое место на международном киноконкурсе, государственные фильмы. Когда на сайт зайдете, вы там найдете сокровище несметное. Там 50 книг моим голосом начитанные. Только ткнул и сиди, слушай. Вот. Мы строим с нуля православную деревню, где человек не должен лгать,
пить, курить, материться и воровать. Вот, вот этого нету в деревне. И везде надписи на территории деревни курить запрещается. Свои учителя, государственная школа, храм построили. Немного пока людей там, но дело Божье, кому сколько надо будет. Брат у меня священник, а я просто строитель. У меня нет образования гуманитарного. Я просто самостоятельно всю жизнь учился много. И там в интернете, увидите, у меня вышла 41 книга из печати. Какие книги. Они просто аналога не имеют. Там 4 у меня тома стихотворений. 4 тома по 800 страниц. Вы там думаете, допустим, девушка, зарядите только, если зайдете. Я вам покажу, как поисковик. Вы найдете там на все. 85 стихотворений примерно положены на музыку, там исполняются. Угу. Так что у вас день сегодня необычный. Вас Господь подвел к сокровищу, к великому. Так что ваше пребывание здесь сегодняшним днем окупилось. С Богом. Спасибо. Аллилуйя. Спасибо. Слава Христу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Слава Тебе, всемогущий Создатель. Помилуй и детей. Благослови, чтобы они были послушными доброму делу. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Ты Создатель наш, Ты Спаситель. Мы благодарим Тебя, Господи, Боже наш. Великие и дивные дела Твои, Господи. Хвала Тебе, наш Спаситель. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. Ты Бог, не любящий беззаконие. У Тебя, Господи, не водворится злой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, даяй им. Приди к нам, Господи, и спаси нас. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты позволил нам, Господи, опуститься в эти глубины ада, где прелюбодеяние, блуд захватили все, как поток мутный, уносят и старых, и малых. Они уже раздеты здесь, Господи, бесстыдно. Коснись их сердец. Наставь их на путь истины, ибо их ждет огонь, где одной капли воды не будет. Они не знают, что сделал с ними сатана. Пощади этих людей, откройся им, Господи, что Ты умер за грехи их. Ибо разбойник на кресте, помяни меня, Господи, сказал Тебе и услышал, ныне же будешь со мною в раю. Ты щедрый, милостив, Спаситель. Пошли добрых благовестников, христианам,
язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы все узнали о любви Твоей, что Отец послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Аллилуйя! Верующие наследуют Царство Небесное, а неверующие – безбожники. Они будут брошены в озеро Огненное вместе с сатаною, где плащ и скрежет зубов во веки веков. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Спаси нас, Господи, и помилуй! На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, Господи, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала не пристанет моя. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отверги меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою. Аллилуйя! Говорят, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя, Господи, и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо их не знаю числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыс при них. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня. Из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которой Ты избавил. Язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Так и Адам, когда согрешил с Евой, взяли запретный плод, они спрятались от лица Божия, как многие сегодня прятаются в этом ущелье тьмы. И лица не показывает. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Кроме Тебя нет иного Бога. Благослови этих детей. Сохрани их от всякого рода зла и греха. Ибо сколько всякого безумия здесь. Господи, просвети их разум Евангелием Твоим. Приведи их к Церкви Твоей Святой Православной. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй.
Да благословит Господь детские сердца открыться для истины, для Слова Твоего, для Святого Евангелия Твоего. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Боже всемогущий, хвала Тебе! Слава Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и сохрани, и защити. Имя Твое святое, Господи, да будет прославлено. Ибо Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Тебе, Господи, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Господи, пошли благовестников, проповедников по всему миру, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести любви Твоей, что Ты отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер за наши грехи и зовет к покаянию. Люди пришли сюда, Господи, не для праздного любопытства, а для греха, прелюбодеяния и зла. Наркотики и табак губят людей, не дай им погибнуть. Благослови их, Господи, для святой и чистой жизни, найди их. Будь милостив, спаси их, Господи. Обрати на путь покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прости. У вас вопросы какие есть? Да, есть. Я просто... Давайте, если вопросы есть, можете задать. Я вообще прямо сейчас все вылетал. Подожди, стой. На свете Библии, да? Да. 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 Да! Вот, смотри! Лапкин Игнатий! Вы зайдете на наш Ютуб, на Ютубе у нас 14 тысяч роликов. Мы строим с нуля православную деревню. Я у вас подписан на канале. Ну вот. Я вас смотрел. Мне очень нравились. Очень-очень нравитесь. Класс. Вот. А я знаю вот тоже, как разговаривать. Я пьяный сейчас, мне простите. Пожалуйста. Вот если надо по скайпу, вы зарядите только вот так в скайпе. Игнатий Лапкин. И сразу выйдите. А я вам скажу, в какое время можно заходить. Вы приготовьте вопросы с товарищем. Какие вопросы есть душевные? А в душе спасение? У меня есть. У меня есть. У вас обязательно будут вопросы? Сейчас у меня вопрос есть. Да. Я ходил, короче, заходил. У вас что-то плохо слышно почему-то. У вас микрофон далеко? Телефон далеко. Я ходил в церковь. А вам меня хорошо слышно? Да, очень. Вот я могу взять наушники. Вы поближе будьте. Какой вопрос? Задавайте. Да. Я вот сходил в церковь, да? Ну, в церковь сходил. Так, подождите, совсем плохо слышно. Плохо слышно, поближе к микрофону. Сейчас хорошо слышно? Да немножко слышно, давайте. Да. Я ходил в церковь. Ну, пошел в церковь, там зашел, свечки там зажег, поставил. И это. Вот попросил. Ну вот, ну как говорят, хотя не надо, да, у Бога там просить. Надейся на свою, как бы, как сказать, да. И сам для отношения. Вот. Ну, я о чем сейчас вот не понял даже сам себя. Нет, вот, отец, прости нас, мы пьяные. Он вообще классный. Ну ладно тогда, ладно. Ладно, все, до встречи потом, с Богом. Давай. Я отошел, с Богом. Давай.